Сегодня 28 марта. 28 марта 1874 года вышел в свет благотворительный литературный сборник «Складчина». В нем были собраны произведения известных русских писателей и поэтов – Некрасова, Тургенева, Гончарова и многих других. Все средства от продажи этого издания пошли на помощь голодавшим крестьянам Самарской губернии. Уже через месяц на благое дело было перечислено свыше 10 тысяч рублей – внушительные по тем временам суммы. 28 марта военного 1943 года из Куйбышева, так тогда называлась Самара, в Москву выехали 6 лучших учащихся ремесленных училищ. Там они приняли участие в передаче представителям Красной Армии танков и самолетов, изготовленных на средства учащихся и работников трудовых резервов. 28 марта в разные годы были рождены советский артист балета, хореограф и педагог Игорь Бельский, российский актер театра и кино, режиссер и продюсер Александр Самойленко, российская фигуристка, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Александров день – лесное ухоженье. В старину в этот день ждали прилета первых чаек. Это предвещало вешнее, тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться, это сулило ненастную погоду. Этими другими событиями и фактами ознаменован в истории 28 день марта. Удачи в делах и хорошего настроения вам!